Роберт Бондарь. Из Московской области Ногинск. Ага. Ну, ощущение прям вах, прям очень реалистично. А когда вообще меня, на расстрел вели, это просто. Прям реально аж мурашки по коже пошли. В 2 часа 30 минут на 22 июня на участке 2-й заставы 17-го погранотряда с определенной стороны пришел местный житель и сообщил, что в 4 часа утра начнутся военные действия против Советского Союза. Этим человеком, принесшим важное и страшное сообщение, был Иосиф Максимович Бодинский, житель села Старый Бубен. Иосиф Максимович служил в Старорусской армии, участвовал в революционном движении 1917-1918 годов. Когда ему стало известно время нападения Германии, он, не раздумывая, пошел к Богу. Пограничники вызвали тревожную группу, а на плечи Бодинского, дрожащего от волнения и пребывания в воде, накинули теплую куртку. Еще несколько раз пограничники звонят в штаб округа. Ответы одни и те же. 4 часа 10 минут на свой наблюдательный пункт прибыл командующий 2-й танковой группой генерал Генс Гудериан. Начальник 9-й заставы, расположенной в Брестской крепости, лейтенант Кижеватов, лично инструктирует и отправляет наряды и секреты на границу. Вы заступаете...
22 июня 1941 года. Предатель мобильный парк. Городские помещения с боеприпасами, медикаментами, продовольствием, казармы и дома начальства личного состава. Шквадр огня каждые 4 минуты продвигается на 100 метров вертолетности. В результате обстрела и другие объекты уничтожены или разрушены. Перестал действовать боеприпас. Взорвалась связь. Горят машины, горят деревья, горят камни. Все огород. Сплошная пелена дыма и пыли, вспышки огня. Ночи по третьему дыму, полураздетые бойцы, женщины и дети. Острее главного удара танкового группы «Гудериана» в районе Брест-Сатина и 33-го истребительных полков, которые базировались на аэродромах в районе Бреста, Кубрина, Пинска, Фружан. В бой полки вступили уже в 3:30 утра. Летчики сдерживали контракт наших войск. На боли отличились пилоты Кудимов, Сурин, они ударили врага в штыки. Гитлеровцы отступают.
Возрастает. Бойцы пытаются остановить врага, но силы слишком неравны. Красноармейцы и пограничники отходят. Пока противник не опомнился и залил. Это гневы 5-го полка 6-й стрелковой дивизии. Западный форт и дома начальства состава. Пять часов утра. На цитадель и Кубинское укрепление накатил огневый вал. Из русских задумывался о сдаче. Они смело сражались до последнего.
Первые дни обороны защитники верили, что скоро придет помощь. Как только предела прояснилось, что помощи по деблокированию крепости не будет, защитники крепости решают прорываться сквозь вражеское кольцо. Советские воины предпринимают несколько по 30-40 человек. Группа БТ прорывается к северным воротам. Группа Акимочкина и Нестерчука решат. Немцы как будто ждут их в направлении прорыва. Thank you.
От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей, травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещан одним, мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть и мне 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть.